из сета, из этого. Ну вот. Граф. Да. Нарекаю тебя магом. Куда я дел шлем? Граф-строитель. Хорошо, о, как воин. Спасибо. Мне как Урда надо тоже паладивая? Забирай граф, вон он лежит, молот. Или как? Там типа сет один, просто у него шлема отличаются. Угу. Там шлем для класса. На. Вот оно че. Что ты мне делал? Что ты мне дал? Темное копье? Меч. Копье. Меч. Ты мне копье дал. А, я так не... А, меч дал, да. А копье мне кто дал? Не знаю. Так, 11 утра. Так, кирку я сделал. Сделал уже? Или не сделал? А, где кирка? Я еще кирку не сделал. Ну, у него скорость минус 14. Ну, давай перекую. Да ладно. А, мне не хватит. Наковальню новую кто-то сделал? М? Наковальню новую. Нет, сейчас сделаю. Из палладия можно? Нет, там орехал. Орехал кто-нибудь накопал? Ну, я копал. Ну вот, принесешь, сделаем. Орехал. Ты хочешь быть этим, Женем? Типа... милишником? Да, давай все, пофиг, я буду милишником. Буду умер. Все равно будет, у меня хотя бы будет оправдание. Но я был милишником, я был близко, умер. Что у тебя кого сет? Магический сейчас? У меня нету головы, но метеоритные доспехи, метеоритные этот, а, ботинки, все. Пофиг, буду милишником. Так, сейчас. А, ребят, у нас адский камень закончился. У кого-нибудь адская руда есть? Ну, я пойду подобываю. Нету уже, если ты не переносил куда-то. Вот, у наковальни уже нету. Руду я пока не трогаю. А, там обсидиан нужна и руда. Обсидиан есть, а вот слитка на руду нет. То есть руды нету. Обсидиан есть, руды нет. Адская. Все равно. Ну, вы поняли. Я Жене только два куска сделал из трех. Ну ладно. Но она уже лучше, да. Ну да. Медленно остановилась жизнь. А еще тогда тебе где-то аксессуар лежал, который регенерирует. ХП у меня есть. Браслет. Регенерация, дикий браслет. У нас две эмблемы мага лежит. Кто там говорил, что эмблем мага у нас нету? Эмблем у меня не было, вот они же выпали вместе. В один заход. Я положу тогда эмблемы этого. Так, ну ночью тогда два вечера. Давайте потихоньку все на базу перебирайтесь. А что там там ждет? Кровавая луна. Мучение. Я не хочу мучаться. Надо. Бафайтесь, вон там баф. Берите на патроны сразу. По стрелок. Так, ты говоришь, адская руда нужна, да? Да. Фига, 450 урона сейчас дало. Тебе или ты? Не, ну я дал. Из сундук, я думал, что за ними. Это пет. Кто-то питомца нашел. Я его специально себе взял. Мне даже пугает. Так, дед продавать будет травяной сет после убийства Плантера, это правильно? А
Лава, спускайся. Жезл баллиста, да, Колесов, ты говорил, стреляет? Да, там какой-то был. Надо, кстати, да, надо. Хорошо, что... Нет, 10 монеток дает сразу, когда с ним говоришь, он тебе дает кристаллы, 10 монеток. Ну это да. Возможно взять баллисту, я не помню, что... Баллиста? Да, возьму баллисту одну сейчас. Сейчас она пригодится нам. Откуда они пойдут? Сверху или снизу? Откуда мобы пойдут? Как вы думаете, с верхней части или с нижней части? А, что? Я слышал бур? Кого бур? Что? А, это баллисту кто-то купил? Я. Ну, надо их ставить, да. Только откуда они пойдут? Может, давайте дверь снизу забаррикадируем тогда сразу. Шоцы вот. Такие. Двери баррикадируйте. Нижние, чтобы они не зашли снизу. Ну, я одну забаррикадировал. Там можно оставить такую маленькую. Ну, чтобы они пройти не могли, но можно было бить. Ну, я поставил. Только он в другую сторону не открывается. Меня этот сундук напрягает. Какой сундук? Где ты его видишь? Бля, это он здесь. Так. Сейчас темнеет, я сразу прожму. Так, нельзя открыть что-то все равно этот... Мобы откроют. Ну, я открыл. Нет, дверь возьми, мобы сами откроют. В кровавую луну мобы открывают двери сами. Я понял, там ее невозможно открыть ни с одной стороны. Они смогут ее открыть. Механический червь. О, кто хочет уничтожителя? Все хотят, он все хором говорит. Серьезно, без шуток, сейчас выпал с этого, со слизняка. Все, все готовы? Да, понеслась. Сейчас темнеет. В бой! Вечер только. Копье, кстати, да, хорошо поможет тебе на этом. А что долбится? Моб где-то. Кстати, а, это я? Да, не нужна никому, я ищу. Нужна. 50 штук. Отлично. Сейчас. Ночь наступит. Так. Ночь наступит. Сундук положил где это, на ковальне, Колес. Я тебе скину. Ночь пройдет наступит. У нас говна. Да, это факт. Я да. Старался. Там так, в сундуке с рудой есть какашки. Так, паладьевая кирка делаю сразу тогда. Или паладьевый бур. Что делаем? Да, ночь одинаково. Делаю бур тогда. Ура, ночь. Зачем? Ночь понеслась, не? Нет, еще не ночь. Еще не ночь. О, ночь. Это не я. Она сама или кто-то прожал? Видимо, сама. Отлично. Минус дриада. Походу. Да. Опять? Она только возродилась. Она на улице была. Ну, эта дверь у нас... Да. Она немного дефектная. Вышла. Я так и сказал же. Они ну, только... Двери такие, да. Блин, я хочу участвовать. Где? Наверх поднимись. Так наверху никого нет. Ну, мы можем ее открыть. Нет, не можешь. А, ну сломали. Так лучше, да. Вы вверх, за верхом следите. Смотрите, какие зайцы злые. Давайте, подходите, подходите. Они падают там. Они там дырку падают, они сюда не доходят. Ну да, в аду будет вечеринка.
А мой там все наверху этот. Хоть стреляет кого-то. Да, стреляет. Там глаза. Ну, короче, я вот здесь буду стоять. И тюкать их. Увлекательный геймплей. Только. А если пойдет, может что-нибудь выпадет. Ко мне никто не ходит. Мне никого нет. Так грустно. Не с кем сражаться. Закрывай, граф. Это слабенькая коралловая луна. Вы только к домой не пускаете? Я закрыл дверь. Те враги. Где страх и ненависть в Лас-Вегасе, я не понял. Не знаю. Что-то как-то их мало. Есть кто-нибудь, Жень? Что есть? Есть кто-нибудь? Да нет. А, не, или мы по отношению. У меня Маша. Я не в курсе просто. Ты для себя интересуешься? А Маша-то я знаю. О, клоун, клоун, где клоун? Где клоун? Не знаю, где-то слышал. Сверху. Бомбы кидает, аккуратно. На крыше. Убейте его. А. Ау. Фу. Он же больше не взрывает блоки, да? Да. Да, понерфили клоуна. Было бы круто, если бы он взрывал. Раньше так делал. А, скотина. Но дамажит он все равно так же хорошо, как и раньше. Вы не поняли шутку. А, нам тут дверь выломали полную. Что выпало, Жень, с него? А что-то выпало? Мне ничего не выпало. Проверь. Но падает. Может быть. Чвяк, чвяк. Прыг, чвяк. Не, мне вроде ничего не выпало. О, клоун еще один. С другой стороны. Давай. Там... Что? Меня убило. Там 27 голды. Где? Ау. Чтобы мы случайно не подобрали. Да, да, я так и понял. Да ёп! Я только возродился, чё за дичь? Клоун. Сам такой! Чё ты обзываешься? Это клоун, я говорю. Да я понял. В бой! Кто за дверь, закрыл дверь? Откройте. Открой. Она не открывается. В бой! Ну я пытался. У него пушка выпала. Че за пушка? Пушка-мякушка. Нокаут пушка. Вот.
Смешно. Хрень, но смешно. Ну, мощная, кстати. На, Жень, твоя. А мне зачем? Оставь, оставь все. Мне не нужна стрелковая. Так мне тоже не нужна, он у нас стрелки есть. Агилу побирайте, пожалуйста, ребят, буду очень признателен. Нормально, сейчас сделаем приведение. С мотором? Да. Я не могу над гробом это поднять. Я тоже, кстати, не могу его поднять, потому что оно не сломанное. Ломай. А, я его сломать не могу. Сначала убрать, чтобы она встала, потом убрать и ее. Б. Баги. Вообще двери нету, теперь я смотрю. У меня дверь, почему-то. Главный вопрос, почему-то. Я пришел вас спасать, и вы мне дверь дали в плату. Мы платим дверями. Запиливаем, выпиливаем, перепиливаем. У нас железа нету вообще, да? Я было. Что-то там собирал. Внизу. А зачем нам железо? Да, я... Я сундуки хочу сделать. А, лежат вот где, как наковальня. Должно лежать. Я так стремился дверь поставить. А если моб ломает дверь, он ее себе забирает? Нет. Домой все это. Ну мало ли. А, ну классно, вы поставили прям на место двери и катапульту эту. Трибушет. Сейчас уберу. Убрал. Видел. А есть оружие, которое стреляет со звездами? Да, звездная пушка, можно сделать. И они такие же мощные, как вот и падающие? Нет, нет. Все. То, что у нас звездная пушка, это лишь коммерческий ход. Я так и понял. Реклама. Не более. Пойдемте на арену механического червя убьем, а? Мне выпала денежная корыта. Свинья копилка. Это, наверное, чья-то, не? Нет. Она с лунной. Кровавая луна. Че, будем убивать? Ну хотите, давайте разок попробуем. Можем ли? Вот давайте разок попробуем. Ну да, ну не хотите? Давайте так, голосуем. Андрей, за, нет? Граф. Ну давай. Леша. Нет, она у меня, вот я на арене, можно попробовать. Нет, за или против? Я да, я за. Ну, Колесов? Мне все равно. Нет, да или нет? Нет, да или нет? 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 Ты понимаешь, что голос важен, да или нет? Да мне все равно, хотите убивать. Да? Да, да, убивать. Все, идем тогда убивать. Иди сюда тогда. Попробуем. А это что, что, что мы убиваем? Не, извините, я перефразирую про, вопрос. Из-за кого мы умрем сейчас? Убираем, да. Так, все идут? Да. Так, Женя, еще не все здесь. Мы ожидаем... Я не хочу умирать, и Колесова. Да. Те, которые знают, что мы умрем. Ну да. Погодите, я мимика тут встретил, мне... Мимик. Женя, кого тебе оружие? Какое время суток его призывать, правильно? У меня есть вот такое оружие. У меня есть вот такое оружие. Вот, и у меня есть лучше. Вот такое оружие. Меч лучше будет твой. Ну, меч самый сильный, но если... Да. Не, если мы удачно станем, то мы убьем его. Если он пойдет, то он не будет крутиться очень сильно. Написано на нем 90 урона. Ну, это из-за эмблемы. Плюс F. Милишн. Почти.
Ну как, Милиш? Ну как, Сет? Нет, я думаю, тут делает табуретка, поэтому ты меня не переубедишь. Все, играем? Скажите, как темнеть Ой. Хоть начнет, а то вы позвали по итогу. А, реально, а что день-то? Еще, блин. А, да? Откуда дух не вернет? Вообще, что ли, блин, я такое дело оставил. Ну что ты делал? Дурю Майлз. Что? Кто? Че? Адская руда нужна. Я чуть-чуть принес. Ну, могу сходить. А вот, адский слиток. Сейчас, подожди. Может, хватит. Я еще там руды принтаскивал. Нет, не хватает. Еще нужно. Ну, я пошел. А куда пошли? Зачем пошли? За адской рудой. О, круто, давайте я помогу. Жалко, что нам когти не выпали с кровавой луны. Значит, кровавые падают. И когти. Какие когти? Клинки мясника, или как они называются? Нет, это не с мимика падал. Мимика? Да. О, здравствуй, дорогой, где ты? Где ты? Я бегу за тобою. Разрываюсь мечтою. И вправду разрываюсь. Вдаль уносишься ты. Ты. О, код один принес торговец. Что это запускает? Боеголовки какие-то или что? Это йо-йошка. Йо-йо. Йоу-йоу. Вот что нужно графу. Что нужно графу? Ты скажи, что тебе надо. Звучит как звук. Он ему реально нужен. Леш, без чего граф жить не сможет. Леш, не осуждай, понимаешь, это стандартный размер. Да я по другое. Так и я тоже, ты о чем? Я об удлинителе. На, игра. Согласись, эта штука полезная. Что ты делаешь с этим слизнем? Хватит с ним играться. Да так, балуюсь. Женя гоняет слизни. Я спускаю лаву. Чё, спускает лаву? Гоняет слизни, спускает лаву. Не завидуйте. Зависть это плохое чувство. Вот лучше бы нашел бы то, что я тебя просил. Что ты мне просил? Что ты мне просил? Паучий биом. В аду? В аду нет, где? Леш, я проверил. Гений поставил блок в тоннеле в ад. Я не знаю, возможно, это был какой-то пранк. Да, кто-то очень жестко пранкнул. Я так понимаю, Андрей, ты немножко разочарован данным происшествием. Я прав? Да, меня засняли на камеру при этом. Это пранк, it's a prank. Камера в кустах находится, там поулыбайся, помашь. Я надеюсь, нет еще второго блока на пути. Я вообще думал переставить в другое место теперь этот блок. Или чан славы разлить. Но бюджет хватило только на один блок деревянный. Пауки, вы где? Чужин добыл? Немножко.
Ты как? 47 всего. Ну, все, что нашел. Ты это, давай закопаем вот здесь проход. Да ладно. На то кто-то будет бежать и сделать уи, уи. Ну вот, и новый пранк придумали. Деле шахтера там никто не находил. Хотелось бы найти, кстати, такое зелье. Еще оно крафтится, оно там вроде из золотой руды вообще можно сделать. Да. Оу, что я нашел? Ничего не нашел. А, руда может быть на стенах? Колесов, тебе никто не говорил, что ты мразь, нет? Никто никогда не говорил. Тихо, тихо. Это не учебная тревога, тут сундук. А, все. Мимик? Да. А у нас... Он утонул. У нас импостер, короче, в команде. Это Колесов, короче. Чего ты так подумал? Потому что ты скинул гранату на меня, когда я стоял возле лавы. Это был мисклик. Лава все еще льется? Да. Ее там чуть-чуть больше, чем до хрена. Блин, Лутецкий с мимика утонул. Это плохо? Да. Чем это грозит? Ну там годнота нормально выпадает такая. Бывает. Да. Такие вещи не горят же. Да, но просто он сдох очень глубоко и очень далеко. Он на самое днище опустился. А ты можешь мышкой посканить что-то? Походу нет. Чё? Я уснул просто. Чё нужно? Да говорят, ты импостер. Мышка, иди в лаве. Там посмотри, что с ним было. А, да я зелье выпил обсидиановый, я спал там плащ звездный. Какой-то звезды. Тебе не нужен. Да еще один мимик! Колесо везет на мимика. Угу. Я всего лишь хожу с ручным одним таким. Ну вот, тебе они испавнятся. Да. О, перчатка титана. Щелкай. Нет. Это не того, не, та, не того титана перчатка, да? Половину летсплей уже кедруш сотрется. Вот он стару. Когда YouTube закроют, да. Жень, тебе не нужен йо-йо пекло? Нет. А у меня тоже есть. Да вы заколебали, мрази. И он тпшнулся. Да, они такие. Ну смотри, у них какие тут кожаные диваны в аду, блин. Модные. Кстати, это был его диван. Наверное. А чё, там уже вечер на улице? Ну, походу, да. Давайте, может, обратно. Ну, вечер, не ночь. Так, 99 камня руды, Лёш, адской. Сейчас сделаем. На. А куда сундук унесли? С рудой. Граф, просил не трогай возле печки. Граф, закопали его. Художественный фильм приватизировали. Где он? Да, ну вот где слитки. Просил не трогай этот сундук. Ладно. Я верну его. Точно? Это чтобы просто перекрану быстро крафтиться можно было. Так, нашел. Вон этот скет тут лежит. Орехалковая руда. Так.
Не у тебя, Жень, руда? У меня, адская, да. Сейчас. У тебя места не хватает. Вот, теперь хватит. Ну, мне только, я так понял, башмаки нужны. Ага, А, обсидиан же тоже там. А хотя я там. Ну, там. В сундуке? Да. Блин. Я скинул, вон там. Мне места тебе не хватает сейчас. Давай делай и пошлите убивать. Кто там где-то внизу, возвращайтесь. Мы все равно умрем. Так, амулеты лавы, кстати, ни у кого нет случайно завалившегося. На. У меня есть. Один всего. Спасибо. Ну да, я его уже потратил, считай. А что тебе выпало такое? Ну вот, как-то обсидиановый рост. Всегда ж не у меня терработинки будут. Да, если мне, то у меня будут терработинки. Так, вечер, ребят. Да, пойдемте. Убивать. Упокоился. Ну ждем. Колесов, Андрей, ты придешь? Выпускайте, бочка. Ну ладно, давай, чем умрем, так и будет. А где, куда? А вот. Призываю? А еще не ночь, да? Уже ночь давно. Нет, не ночь еще. Так странствующий же упокоился. Или он отчет другого сдох? Или этот. Не могу. Или вот только воскрешение в этот. Не. Да еще не ночь. Вот. Ой. Ага. 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 Лазеры убили меня. Да. Класс. Вот это да. Угу. Неудачно появился. Да я просто увидел, комок такой. Даже появился. Ну что-то я быстро отлетел. Да, ребят, можно убить. Арена какая-то маловатая. Да, надо было арену больше делать. Да сможем. Все ясно. Да нормально. Граф еще живет. За ареной, блин, сосились. А тебя что, я один живу, что ли? Да, живи. Да не, мы уже все. Да, мы все здесь. Твои воображаемые друзья все. Да. Так, ну я опять умер. Из дома главное убежать. Блин, он весь дом разломал. Да. Он убил всех жителей? Да. Найс. Мне нравится. Звучит как прикол. По факту, мне кажется, если мы слизни еще не научились убивать как моде, то до боссов пока рановато. Ну, да. Ну такое предположение есть. Ну согласен, да. Ой, здрасте. А, он дома у нас. Круто. Ну да. Это вайп НПСников получается? Да. Кошка поднимется. Боже, если Enter нажать, то красиво. Блин, в смысле, а дроны-то его здесь вернулись? Ну да. Уйдите. А дроны... Босс ушел, а дроны-то остались. А они будут всю ночь, да? Дверь только закройте, пожалуйста. Да мне кажется, им насрать на двери, нет? Нет, не обычным мобом. А все обычные мобы. Не все, кто будет стучать в дверь. Призрак. Нормально. Не, ну я считаю, хорошо так-то.
Сняли. Nice try. Победили, в принципе. Арена маленькая, конечно, подкачала. А так теперь даже очень на высоте. Полностью солидарен. 20 тысяч с 520 тысяч сняли это, да. Да, вот была бы арена длиннее, тогда бы вообще бы завалили. Нет, на самом деле, если арена длиннее, можно было протянуть его, да. Ну, да. Попытались. На этой замечательной ноте нашей победы над своей гордыней предлагаю закончить. Да. Вот. Спасибо всем, что были с ними, с нами и за нами. Да. Вот. Да. Всем пока. Прощайтесь. Да. Да, всем пока. Садай розы. Я даже сундуки не успел рассортировать. Страшно успею. Разум. Блин, ты понимаешь, что я такой цветок выпускаю? Мне, кстати, цветок Эбигель выпал. Серьезно? Да. Дай сюда. Зачем? Это суммонер предмет. Какой предмет? Скользкий? Это суммонер. Дай сюда. Я умер. Так сделай посох импов и все, и чиль. Так посох импов есть, но обидел-то поинтереснее, кстати. А если, типа, там больше этих суммонеров, то как? Блин, опа, мужики, несколько Эбигель будет или что? Нет, ну это не будет. Тыковка, пампкин. А разве сейчас Хэллоуин еще в терке, не? Дай цветочек. Вот, смотри, что это. Вот она. А я не мог так юзануть? Мог. Но ты лох, да? Ну я лох, получается, да. Нет, я могу отдать тебе, это боевой питомец. Ну, ну да, давай, конечно. Я думал, только ты можешь его юзать. Нет, ну вообще пойди только суммонеры. Ничего страшного, я не обижусь, что я не суммонер. Спасибо. Давай месяц. У тебя есть Эбигель. Ну ладно, была только что. На урона там 6, наверное, на 0. Ну ничего, чисто прикольно. Рядом летает Эбигель. Не бага, не лага. Да. Круто. Она редкая, это редкий дроп. Спиперил, наверное, Женя. Стопудово, на видео все видно. На самом деле я просто пробегал, кто-то кого-то убил, я пробегал, он на полу валялся, этот цветок. Она на кладбище спавнится возле могил. Не, ну я вот, ну, наверное, там, где мы умирали, там уже почти мне кладбище. Мне как-то она в джунглях выпала. Она может и у одной могилы заспавнится. Да. Она именно что у могилы спавнится. Да. Но пауков мы так и не нашли.